Айзек, мы добрались до мостика. Тут полный беспредел. Выживших нет. Попробуем добраться до командного компьютера. Пожелай нам удачи. Происходит? Что с челноками? Это был билет домой. Теперь мы здесь надолго. Кендра. Нет, Хэммонд. Это все меняет. Дай мне подумать. Можешь зайти в командный компьютер? Дела плохи. Доступ ко всем основным системам заблокирован. Нам нужен код авторизации капитана. И где же капитан? Нашла. Капитан Бенджамин Матиус находится в медлаборатории. Мертв. Что? Как? У меня нет доступа к этой информации. Найдем капитана, найдем и его X с кодами. Тогда я смогу делать с компьютером все, что угодно. Черт. Айзек, я отправляю к тебе вагонетку. Доберись до медпалубы и постарайся поскорее найти этот проклятый X. Что это? Боже.
Айзек, ты там? На нас напали. Кендра исчезла. Только что была рядом. Не могу поверить, что потерял ее. Но сдаваться рано. Принеси мне X-капитана, и мы поищем Николь. Экипаж пытался перекрыть вход в реанимационное отделение. Взорви баррикаду, чтобы добраться до морга. Найди на медскладе глицерин. А в 0G-терапии возьми электроподушку. Это вниз по коридору. Черт, с такими помехами связь бесполезна. Опасная аномалия. Активирован режим карантина. Thank you.
Бога ради, что там происходит? Да не волнуйтесь вы так, доктор Кейн. Все образуется. Мне так не кажется. Стоит предположить, что источником проблем в колонии был обелиск. Вы можете предполагать все, что угодно, но не я. Обелиск — великая святыня, и вы это знаете. Пути Господни неисповедимы. Ладно, завтра он будет у нас на борту, и можете исследовать его сколько угодно. Капитан... Внизу гибнут люди. Они убивают друг друга. Это что, и есть та трансформация, о которой говорит юнитология? Доктор Терренс, чем серьезнее ставки, тем больше риск. А сейчас они высоки, как никогда. Это меня и беспокоит. Юргенс внял моим уговорам и показал записи с колонии. То, что я увидел, было восхитительно, потрясающе. Шахтеры превращались во что-то невероятное. Я должен узнать больше.
Ученый во мне желает открыть этот секрет, хотя верующий стремится целиком отдаться этому чуду. Мне нужен для исследования один из этих некроморфов. Я должен увидеть все стадии развития вируса. Возможно, этот пациент из колонии... Запросто прожжет эту баррикаду. Используй электроподушку как детонатор. Надеюсь, я смогу удержаться здесь. Я слышу, как сюда движется что-то большое.